О боже, 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 неужели я дождалась? Это будет круто! Я видела тизер, YouTube-трейлер, специальный ТВ-репортаж, а британский трейлер так и вовсе более 50 раз посмотрела. К слову, ты знал, что японский трейлер длиннее на целых 2 секунды? Я будто заново родилась. А потом я, знаешь, такая думаю, что просто обязана увидеть эту превьюшку со всеми хардкорными фанатами. Да я этого 10 лет ждала. О, 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 все начинается, пошло, пошло, вот, вот, заткнись! Эй! Блин, что за х? Они хоть читали оригинальные комиксы? Боже! Боже! Голливуд в своем репертуаре, а? Блин, ты когда-нибудь заткнешься? Этого персонажа там в помине не было! Они когда-нибудь научатся проводить параллели между киновселенной, сериалами и мультами? Про карточную игру я вообще молчу! Да ядрен потом, мне вообще пофигу, тут только ради Кэпа! Да расслабься ты, парень, я тоже! Это было охрененно! Чё, а где все? Что, никто не будет ждать? Кажется, я поняла. Я не такая лохушка, как они. 100% будет сиквел. Эта история не закончится никогда. Сам являюсь ярым фанатом комиксов. Все эти стадии мне очень знакомы, поэтому я попросту не мог обойти стороной данной роли. Перевел и озвучил Хансман, провел консультацию с Z-Dinosaur. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых переводов, и все будет просто окейушки.